пляж Учкуевка. 18 сентября 2024 года. Море теплое, спокойное, песочный пляж. Везде стоят укрытия. Я так полагаю, это тоже для того, чтобы спрятаться от различного рода снарядов. Где-то тут была синяя медуза одна, из-за которой я выскочила из воды. А вода-то очень-очень теплая. Можно даже сказать, теплее, чем воздух. Все как я люблю. Не жарко, пекла нет, никто не купается. И народа не купается. Одни чайки ходят. Вот, но эти не такие синие. Вот медузы. Но эти белые. А та была очень синяя. Я сейчас же это не буду, не хочу воду заходить больше. В прошлом году укрытий не было. Сейчас через каждые 100 метров укрытие стоят. А в воду-то еще хочется зайти. Сейчас немножко передохну и опять. Сейчас опять пойду в воду.